сейчас я тебе буду бить, знаешь как? Матея! Подошли все сюда. Иди ко мне. Подошли все сюда ко мне. Значит, в армии такой сержант. А есть сюда, с этой стороны, встаньте. А, вот, вы встаньте сюда, я сюда. Куда встаньте? Да? Вы просто в армию пришли. Вы крутые новички, салаги, вы крутые. Значит, подходит дедушка или подходит сержант. Берет пояс ваш. Вот это бля. И берет. Раз. Один наряд можно. Два. Три. Четыре. Пять. И вместо того, чтобы ты отдыхал, смотрел, когда кино есть, кино, ты сидишь картошку чистишь. Пять часов. Нет, не пять часов. Ты моешь полы. Ты пока ты работаешь, кроме того, что у тебя строевая подготовка, военная, а? Там ночь. Еще раз. Там ночь сидит, ждет его. Ты просто смотришь, правильно, да? Ну, я вообще пирома. Пирома вообще? На нем дома. А Рома Касса, у него попа болит. Романович, не знаю. Позвони Роме. Вот, а Рома говорит папе, что он на тренировке. Это тут мальчик. И все. И он 5 из 7 дней. Там кто-то идет, кто-то пришел, а он работает. Вот, вот поэтому у тебя все время выходит. Вот смотри, вот посмотри. Нет, не здесь. Вот здесь, вот здесь, вот так могут найти только старослужащие, которые служили 1,5 года, и они старослужащие, и они имеют право так носить. Вот они имеют право так. А процедуру я же объяснил. Вот еще раз, я потом возьму, раз закручу и буду бить палкой. 5 раз тебе. Я тебя лучше 1 раз носи. Возьми, завяжи. Так, покажи вам. Более-менее. Брюхо, посмотри. Раз. Получаешь. Не надо живот. Что, беременный, что ли? Ничего. Что ты думаешь? Мастаги. Я вот здесь не согласен. Смотри, пухнешь. Не напрягайся. Да, я чуть не чуть не шла. Как это? Одно? Да, нет, нет. Да. Толпе в пупку возмущается, что воняет. Качал. Поднимаешь надо. Так. Кто у нас? О! Николай! Отлично. Маша одевает его нос. У Коли была попка завязана, мы его накажем. Так, Ваня, сопли жуем. Еще раз, понимаешь, когда ты играешь, еще что-нибудь, это все приходит с опытом. Есть такой, держи, иди сюда, Сергей Муренко. Это в тяжелом весе был такой Карелин. Это молдавский борец Сергей Мурейко, он призер чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, 100 килограмм и выше. И как они играли в классике, очень часто играют в рейки. Это как физподготовка, они там утром, 3 раза в неделю играют по часу в рейки. И вот он 100 килограмм, я поиграл с ними, знаете сколько? 12 минут я умер, я ушел. А у них не было, ну, Сергей, заходите, я поиграл. Значит, что я там поимел? Поимел я там в нос. Вот когда он бежал с мячом и хотел бросить, я его отсюда раз схватил, а он так пым, я опа, понял. Больше, если хватаю руку, то обязательно нос прячу. Да, а еще лучше подними. А еще подними руку. Подними. А еще раз толкал. Толкал просто.
не держал. Все. Так, значит, внимание сюда. Раз. Спасибо. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, если этот. Хорошо. Раз. Что? Все. А что все? Качали. Покажи пиццу. А у меня выигрыш. А у меня больше. Ой, а что снимает? Когда? Мне кажется, ты музыку слушал. Нет. Как нет? Слушал, да, слушал музыку, не качает. Значит, я хочу проверить. Можно? Да? Так. Ты снял щитки, да? Могу ставить. Ну давай, поставь, возьми Сашу. Так, стоечки чуть-чуть с ним поборись. Так, Сашенька, да, давай сюда. Остановись, да. Так, ушел. Дан. Андрей. А, то есть Евгений? Ну да и он сейчас ставит. Он Джоя, Вашоев, Вини. Налутаешься, вот так. Все, можешь идти домой, я тебя решаю. Да, тебе сюда. Так, этот, вы вдвоем. О. Саша. Так, здесь. Сергей Анатольевич, а где щитки? Щитки там, мне кажется, лежат. Где? Я вроде не забирал. Забирали? Юрий Саша, ты не видел? Нет. Посмотри, а там нету разве нигде? А, может быть. Посмотри там, подальше. Сумки нет? Сумки вроде бы нет. А ну, не в раздевалке там? Маша, сюда, возьми Дана. Сюда. Да давай со мной. Я ты заходи. Хорошо, она разогреется. Да, ты с ней. Так, Маша, вспомни заднюю подножку через бедро, хорошо? Да. Три броска вправо, влево. Я могу. Потом ты ездишь вправо, влево три броска, через сзади, а потом бедро. Идите сюда вдвоем. Так, вы готовы? Да, куда ты сюда? Все, Аджина, боремся. У нас счет 20 минут. Нашел? Да. Винит, да? Но. Паш, два броска вправо, а влево, задняя подножка. Вспомни. Да, бросай. Давай. Она два броска. Вправо, влево. И потом ты два броска вправо, влево. Я знаю. Одень, хорошо. Просто возьми этот самый. Две штуки поставь и оббежи. Вот, Андрюха, во! Видишь, молодец! Попу только... Не, это за собой держал. Да, стоп, да! Да. Стоп, да, стой. Скажи, что это за прием? Я не знаю. Смотри, ты его держишь и берешь, ложишься на спину, он на тебя. Я бы на его месте бы просто ручки тебе прихватил, бы ушел в сторону, удержали. Понимаешь, не надо так перевороты делать. Да. Аджина. Сверху надо было залезть, ноги запустить. А ты делал заднюю подножку? Да. Да? Ага, хорошо. Ножки шире чуть-чуть. Да? И смотри, она может низко приседать, чтобы ты головой не ударила. Сам чуть-чуть прыгнешь. Хорошо? До конца. Вот. И задушите его, Андрюха. Другую ногу. Вот так. Поступай, не знаю. Голову наклонила. Так, никто не подходит. Что? Ну и что? Никто не подходит. Кто звонит? Мама. Кто звонит? Ответь. Да.
Ты ей сделал? Да. Сделал. Значит так, она борется, делает колен, задний, еще что-то. Ты даешь ей захват, он потихонечку ходишь. Когда заднюю делает, да, берешь, тоже убираешь. Заднюю делает заднюю, потом чуть-чуть встречаешь. Скорее пока не делай. Классно. Там делай бросок, а удержатель делает поле. Ну, может, и мама. Заднюю, можно сзади? Смотри, можно заднюю где-то один раз, но не сразу. Да. Из колен, вот когда она делает, возьми, забеги вокруг нее и встань. Да, захватим, да. Красавчик. Да, иди сюда. Нет, нет, сюда. Нет, нет, посмотри. Ты, когда запускаешь, да? Вот сюда. Поэтому ты должен давать, ну, не падать как-то. Да, вот. Не, не просто я застаю, я не успеваю сейчас. Нет, ты же там закрыли. Да, я там. Ты пропустил, она залезла, а потом ты защищаешь. Нет. Вот смотри, я ей дал. Делай. Смотри, раз чуть-чуть ногу. Вот чуть-чуть ногу надо. Еще раз. Давай. Оп. Посмотри, оп, ножку вокруг нее, да? Раз, оп, опять, то есть чуть-чуть ножку зарешать. А, хорошо, да, хорошо, залезает. Хорошо, залезает. Ну, молодец, значит, я не зря учил. Стоп. Нет, нет, видишь, ты стоишь ногу? Она хорошо залезает. Да, вот я почувствую. Так что, смотри, нет, так ты не так лежишь, возьми вот так хорошо стоишь. А, да, если я не ошибаюсь, ты брал и бросал назад. За этот бросок тебе концов ума. Дзюдо не считается. По самбо не буду сейчас как-то Когда ты хочешь этот прием, Андрюха, у тебя есть вопросы? Да я успею.
Нет, иди сюда, посмотри. Сейчас заведет. И вот здесь кто-то даже не попал. Давайте я как-то отпущу. Нужна маршрутка, тем более. Да. Все, окей, построили. Вот здесь построили, быстренько. Давай, нет, это не едно лучше, парни. Все, ты ушел, ушел, ушел. Нет, что вы проходите? Андрей, ушел. Андрей, ушел, Денис, ушел. Да. Все, все. Потому что сейчас, когда ведет, да, и потом. Маршрутка есть, они едет. Потом пешком. Так, кто еще у нас далеко? Вот я знаю, я Саша далеко живет. Очень далеко, через базу. Нет, так. 2 километра. Где? Чеканы Вейки. Туда? Да. Как? Чеканы Вейки. Вот там, Чеканы Вейки. Ну, Чеканы Вейки, извините, там. Вот так. Где Чеканы Вейки? Там Рашканов. Ну как нет? Вот Олег Русо, вот идет. Вот, да. Олег же сзади живут. Еще раз, иди сюда. Волонтарина, да? Да. Вот посмотри. Вот этот дом. Вот туда, правильно? А что ж ты мне туда показываешь? Туда показываю. А куда? Там Маша живет. А, ты хочешь Машу проводить? Хорошо. Ваня, а ты как покажешь? Вот так? А он здесь живет, вот сюда. Через дорогу. Через дорогу, да, я его видел там. Хотел предложить один раз. Опа, да. Тогда ты шел. Я не знаю, сестра старше, да? Возможно, сестра старше, да? Возможно, сестра, возможно, нет. Нет, сестра, потому что так с девушкой нет. А лучше не нет, она старше тебе сестра? Ну вот, сестра. Просто если я уже подошел бы, я отрубал бы. Все, Алине, Рек, все, волонтарил, только не Рашканов, туда. Все, исчезли. Нет, просто какой стежок красивый. Молодец, немножко, нет? Осталось тебе? А вы как думаете? На физкультуре никого не бросаешь?